Учащиеся школы номер 19 приняли участие в игровой программе на знание правил дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции на примерах рассказали ребятам о том, как безопасно вести себя на дорогах, чтобы предотвратить несчастные случаи с участием несовершеннолетних, особенно в наступающий летний период, когда у ребят много свободного времени. Полицейские разобрали со школьниками различные дорожные ситуации, а также какие меры безопасности необходимо соблюдать при движении по улицам и во дворах. Школьники собирали из пазлов дорожные знаки и рассказали об их значениях, а разгадывали кроссворды. Дети искали ошибки, совершенные участниками движения, на рисунках, изображающих различные ситуации на проезжей части. Показали умение ориентироваться в дорожной обстановке. Школьники не только продемонстрировали свои знания правил дорожного движения, но и узнали много нового об истории российских правил дорожного движения, поучаствовали в конкурсах по безопасному дорожному движению и провели подвижные эстафеты.